Привет! Я питаюсь только фруктами и не пью воду вот уже более 3,5 лет подряд. Выгляжу я сейчас вот так. Ну или вот так. Я вообще не болею ничем, буквально. Мое тело гибкое, я прекрасно восстанавливаюсь после физических нагрузок. Да и в целом, качество жизни и самочувствие невероятно улучшилось по сравнению с тем, что было на всеядном питании. Я избавился от аллергий, простуд, воспалений в суставах, нарушений сна, энергетических перепадов в течение дня и так далее. Около 2,5 лет назад я официально сдавал анализы на канале Кирилла Сарычева, и врач тогда был в шоке. Врач Евгений Александрович Греков, эндокринолог, уролог, врач спортивной медицины. Человек не ест мясо, не употребляет холестерин, ну, по большому счету, потому что неоткуда тебе взять. Оливковое масло, то, что не содержит холестерина, это только для дураков и лохов. Холестерин нам очень нужен. Спорили, то есть у него больше катаболического гормона, нежели анаболического тестостерона. То есть больше катаболического разрушает белки и разрушает там все, что можно на данный момент, да, и по сравнению с анаболическим тестостероном. Откуда у него мышцы? Это остатки. Да, анализы человека на растительном питании отличаются, это факт. Но отличаются от чего? От анализов среднестатистического больного, вечно больного человека, верно? Я ничего не пропагандирую, не занимаюсь лечением и не даю медицинских рекомендаций. Но мой опыт и опыт миллионов людей на растительном питании по всему миру тоже нельзя так слепо игнорировать. Это как минимум недальновидно. Ты можешь просто наблюдать за моим опытом, либо учиться и пробовать на практике. Главное, не запрещай себе получать новую информацию. А сейчас слово доктору. И, кстати, ни один из его прогнозов не сбылся, а сам светило науке. С годами, несмотря на всю свою квалификацию, начал выглядеть иначе, мягко говоря. Так кто же из нас по итогу был прав? Здесь мы тусили, выпивали песни, пели песни, ну, классно, да, но хочется домой. Хочется домой. Что-то тоскливо.